Улица Свободы. Мы находимся напротив бывшего кафе «Жемчужина». Сейчас это ресторан «Сильвер Рейн», «Сильвер Хаус». Вот там вдалеке еще приклеилась терраса к нему. Вот там перед нами по центру бывший ресторан «Каса Мари». Сейчас магазин «Фидеско». Он находится напротив 59-й школы, так и осталась школа. В этом доме открылась небольшая элементара, вон ее подъезд. Раньше там был в торце овощной магазин. Сейчас я не помню, что там. Вот нынешняя улица Свободы. Вот тоже вот мини-маркет, мы уже снимали его как-то. И вот в ту сторону перекресток улицы Коммуны бывшей. Сейчас Свобода называется Теодоровича, а Коммуна называется Ион Переван. Бывший ресторан «Каса Мари», ныне магазин «Фидеско». А все-таки в подвальчике здесь парикмахерская разместилась в бывшем овощном. Вот терраска возле бывшей «Жемчужины». И там вот ресторан «Сильвер Рейн», «Сильвер Хаус». Престижное место. Красивые свадьбы делают, кумытри. Там фонтанчики внутри, кипарисы. Качельки какие-то. Ну что, как-нибудь снимем. Вот Свобода. Улица Свободы бывшая. Небольшой обзор. Бывшая 59-я школа. Сейчас везде у нас лицеи. Мы на Свободе. Кто жил, тот ориентируется прекрасно. И вот тротуар, ведущий к бывшему кинотеатру «Флакера». Там возле перекрестка импровизированный базарчик, как обычно. Может, даже отсюда видно зонтики. Улица Свободы. «Флакера». Перекресток на «Флакера», Чернышевского, Свободы, бывший промтоварный магазин. Мама моя тут работала когда-то. Тоже на тротуарах торговля, как всегда, прикольно. Сейчас пойдем на базар, сравним цены на «Флакера». Тротуарные цены с базарными ценами сравним. А вот там за киосками бывший кинотеатр «Флакера». Его сейчас не видно. Там фитнес, митнес, доза. Доза, офигительное название. Доза. Доза. Вот так вот. Никак не меньше, чем доза. Вот. Буйканцы. Кишиневцы, буйканцы. Буйканцы — люди, живущие на Буйканах. Вот. Вот вам счастье увидеть буйканцев. Сам наслаждаюсь. Немножко «Флакера». Почти на остановке с города. Бывшая улица Чернышевского. Бывшая элементара, когда-то здесь был магазин, сейчас аптека, банк. Аптеки на каждом углу. Сейчас в этом районе 7 аптек, когда-то была только на Патриса в моем доме аптека. Сейчас в округе 7 аптек, даже вот еще одна чуть ниже «Флакеры» будет 8-я. Может, что-то еще и забыл.
Ну, 8 аптек это точно. И банков море. Раньше был хлебный магазин, Алиментара. Сейчас везде много очень аптек и банков. Вот остановка напротив Лакеры. Импровизированная торговля. Цены я проверил на Флакера и на аллее на улице Свободы. Один к одному. Один к одному. Квас. Три лея маленький стаканчик. 6 лей пол-литра, 12 лей литр. Но он не такой, как был раньше. Кофе выпили на базаре по 8 лей натурально, это 80 статинок. Маленький стаканчик, на удивление, как в Болгарии. 3 лея, 30 статинок. Это в кафе. Вообще, почти коммунизм. Вот новые белорусские троллейбусы. В Кишиневе почти все. Есть еще новее модель. Такой космический дизайн. Вот. Остановка Флакера. Так и называют ее до сих пор, остановка Флакера. Вот буйканцы ходят. Вот в Форнете, как в Болгарии, мы на крыльце фирменного магазина Франзе Луца. Флакера, так называемая. Вот люди торгуют. А вот и остановка Флакера нам видна. Киоск колбасный, брынза, молочка. Кофе тайм. Не знаю, какие цены, потом посмотрим. Вот, вот еще один банк. Виктория банк. Молдова Аграин банк. И ниже был Финком банк. Три банка. Три банка на 20, на 30 метров. Вот так вот. Говорят, что в Молдове плохо живут. Тут все Western Union, Контакт, Близко, Мун и так далее и тому подобное. Люди шлют деньги в Молдову из-за границы. Вот Флакера наша.